Кажется, я нашел свою любимую игру. Лучше уже не будет в этом году, мне кажется. Она, кстати, вот-вот выйдет. Буквально пару месяцев и все. Короче, 22 год можно заканчивать. Лучше уже игр для меня точно не появится. Мало того, что это рогалик, так тут еще и объединено милота и оккультизм. Это ж каким талантом надо обладать, чтобы соединить, чтобы впихнуть невпихуемое. Короче, круто. Так, нас ведут на убой. А если я не хочу, а у меня выбора нет. Да. Много лет ушло на то, чтобы выследить и предать топору всех ягнят в этих землях. Настал час последнего жертвоприношения, после которого уже никто не сможет исполнить пророчество. Еретик, заключенный в небытие, останется в вечном плену. Древняя вера будет сохранена. Кажется, нас что-то сейчас спасет. Мы последние из ягнят. Боги боятся какого-то пророчества, которое должно исполниться. И, судя по всему, оно все-таки исполнится, да? Тот, кто ждет, подойди ближе, не бойся. Тебя изгнали из мира живых, но твой путь еще не закончен. Эти скудоумные епископы думали, что казнь помешает нашей встрече, однако же они отправили тебя прямо ко мне. Я верну тебе жизнь, но с одним условием. Ты создашь религию в мою честь. Договорились? Да, конечно. Если там весь мир свихнулся, то нам в нем больше нечего делать. Поставим же его на колени тогда. Да, не ожидали, но они таки отняли нашу жизнь. Так, ну хорошо. Управление достаточно стандартное. Нам нужно отсюда выбираться. Лучше становитесь на нашу сторону. Будем вместе создавать новый культ. Старые боги, они здесь больше не властны. Крысау, не бойся, меня зовут Крысау, когда-то я тоже носил эту корону, но те времена давно прошли. Серьезно? Ты тоже? Я думал, что тот, кто выполнил свое предназначение, должен вернуться в мир мертвых, нет? Мне поручено наставлять тебя, мы находимся в землях древней веры, где за каждым деревом могут прятаться враги. А, его, наверное, к нам, я понял, послали с того мира. Я должен отвезти тебя в безопасное место, иди напрямик через лес, я буду рядом. Хорошо. Я знаю только сейчас о дамке лишь то, что она очень коротенькая, к сожалению, но меня уже эта игра цепляет. Она просто прекрасно стилизована. А что это такое? Это мины или что? Или скорее шипы, да? Да, это шипы, понятно. Но они не детонируют, когда мы через них просто перекатываемся. Так, ну-ка, это не то. А вот она, монетка. Денежный знак, который используется для самых разных вещей. А это мы, ягненок. Меч завоевателя, он же корона. Клинок с хорошим балансом. Так у нас будет что-то кроме него получается. Наверное, в итоге он будет выполнять только функцию короны впоследствии. Руна ягненка. Одеяние для того, кто ведет за собой. Не дает преимуществ. Хорошо. Еще есть какие-то карты Таро. Появляются здесь, когда вы их найдете. Очень круто. Не сопротивляйтесь. Будущее уже предрешено. Так, вторая монетка. Хорошо. Мы за эти монетки... Кстати, помимо того, что это рогалик... Так, оно... А, нет, не взрывается, оказалось. Помимо того, что это рогалик, это еще и строительство.
Вроде бы, насколько мне известно. Интересно, а других они тоже жертву приносят, зверей? Там собачки, кошечки, вот это все тоже. Может быть, их стоило бы спасти, если мы их найдем. Так, ну это все окружение, его, похоже, ломать не стоит. Но может быть, здесь, как в Айзеке, будут какие-то секреты за камешками. Ага. Двери оккультного храма. Оу, мы уже... Мы уже довольно близко к цели, я так посмотрю. На нашем пути возникло неожиданное препятствие. Посмотри, сейчас принесут в жертву еще одно несчастное существо. Спаси его, и ему придется присоединиться к тебе. Прям придется. О, всемогущие епископы древней веры, примите эту убогую душу. Эй, кто посмел прервать наш ритуал и вторгнуться в священные земли? Это я, ваш новый бог и покровитель. А мы можем, интересно, кроме того, что просто бьем? Ну, по идее, да, но просто, наверное, не сейчас. Не, ну что-то еще, кроме как просто бить мечом. Сейчас ничего не можем. Я имел в виду, что, может быть, у нас сейчас есть сильный удар, какие-то комбинации. Присоединяйся ко мне, будешь первым из культа. Последователь ожидает обучения. Мы его прям отправили. Куда-то, я пока не знаю. Выглядело как будто бы прям в преисподнюю. Мы в безопасности. Можешь вздохнуть спокойно. Алая коруна позволяет перемещаться на большое расстояние с помощью таких рисунков на земле. Ты вернешься туда, где когда-то стоял мой храм. Там ты взрастишь новый культ. До встречи. А ведь когда-то уже пророчество, видимо, исполнялось, да? Возможно, это новые боги того пророчества, которое образовали... Или эти гипопчтины, которые образовались на пророчестве, теперь боятся исполнения нового, что их свергнут. Так, ну давай, мы сейчас, по идее, отправляемся в город, да, где нас получат... строительство, а какая-нибудь... Карта сейчас, у нас такого еще нету, хорошо. Ага, туда нельзя, ладно. Эта священная земля раньше принадлежала мне, но теперь она твоя. Здесь, на руинах былых надежд, тебе предстоит снова основать свою религию. Впереди много работы, всех, кого ты приведешь, нужно будет обучить и посвятить в последователи. Последователи могут собирать за тебя материалы, прикажи этому рубить бревна или добывать камень. Так тут еще и ресурс, блин, капец. Ну да, действительно, если из чего-то строится, то... Я думал, просто за монетки, знаешь, просто пришел в город и там дал пару монет, тебе построили. Давай... учиться. Хочу присоединиться к тем, кто учит... Кто чтит культ ягненка. Хемерти. А что значит случайно? А, это и случайное имя, да? Ему можно Арбе. Блин, я его переименовал. Пусть будет Ноон, мне нравится. Его можно, в принципе, видоизменить. Охренеть, так, вид облика. Это я его могу даже... Я могу ему даже поменять этот... предназначение. Ну хорошо, пускай будет тем, кем он был. Выбор варианта, это что такое? Ну давай, чтобы ты... Хоть как-то числился в культе ягненка, будешь со символами нашими. Так, это гермофобия. Теряем 10 единиц веры, когда заболевает этот последователь, интересно. 10 единиц веры после того, как этот последователь проходит обучение. Какие-то сплошный негатив он мне дает. Ну ладно, у нас другого выбора нет пока что. Посвящаю тебя в культ Харда, Хэмерти. Так, давай начнем с дерева. Все строительство начинается всегда с деревьев.
Но только я его вроде в Нуона переименовал, а он опять Хемерцем стал. Скоро это место станет средоточием силы. Только помни, что твои последователи не могут жить одними молитвами. Им нужно что-то есть. Собери нужные материалы и поставь походную печь. На ней можно будет готовить пищу. Допустим. Так, проходит определенное время. Я, видать, его не переименовал, или это просто не применилось. А я могу сам добывать камень? Да. Ага. Я могу, наверное, ему помочь добывать дерево, да? Одно дерево, сразу 5 брёвен. Супер. Так, и здесь мы будем делать хлеб наш насыщный. Давай. Слушай, строительства здесь довольно много. Посмотри, украшателя всяких. Да хренище просто. Так, вера — это всякие храмы, соборы. Эти статуи, наверное, тоже в том числе, да? Но для начала давай начнем с печечки. Ее можно поставить где угодно, получается. Ну, за исключением тех мест, где нельзя. А может быть такое, что мне просто не хватит места. Давай поставим где-то здесь пока что. Ага, и он ее строит. Блин, я так давно не играл в стратежки всякие. Это, конечно, стратежкой сложно назвать, но элемент присутствует. Так, нашим последователям нужно есть, а обеспечить их едой можете только вы. Уровень сытости в поселениях обозначен в левом верхнем углу экрана. Когда значок становится красным, наши последователи могут умереть от голода. Ищите ингредиенты для блюд в походах, прокладывайте путь через места с соответствующим значком. Круто, это как в Даркисте втором, когда нужно выбирать направление, создавать участки земли, чтобы собирать с них урожай. Семена можно найти в походах или приобрести. Еще очень приятно. Приятным бонусом на данный момент то, что игра уже с русской локализацией. Это очень круто. Я не буду сейчас это добывать сам, блин. Нам нужны просто последователи. О, собрать ягоды, прекрасно. Это нам красы нужно сделать. Вот этим сейчас и займемся пока что. Чтобы тот последователь, который у нас есть, не помер, пока мы будем искать новых. Мы основали культ. Мы здесь... Так, это можно? Нет, нельзя. Мы не обязаны сейчас делать все своими руками. Нам нужны последователи, которые будут делать все за нас. Иначе жертвоприношение. Не иначе. Так, как это работает? Нам нужны еще? Просто надо было собрать 7, а здесь нужно вроде бы как 9. Просто блюдо из ягод. Так, последователь мгновенно испражняется своим... 15%. Видать, еще то дерьмо. Ну хорошо. Давай. Ага. И оно будет там лежать, да? Теперь нужно построить алтарь, но для этого потребуется больше последователей и монет. Тебе придется совершить походы в земли древней веры. Наш с тобой благодетель, тот, кто ждет, находится в плену у 4 епископов древней веры. Каждый из них охраняет цепь, удерживающую его в небытие. Мы узнали, как проникнуть в их владение. Твоя задача — найти и убить их, чтобы освободить того, кто ждет. Иди же, в лесах ты отыщешь монеты и добровольцев, а те, кто не склонится перед тобой, ты поставишь на колени насильно. О, да, это наш метод. Ну хорошо. Я думаю, Хаммерти не помрет без нас. Можно, конечно, было бы... Сказали, что... А, испражнится с вероятностью 15%. Видать, ему повезло. Понравилась наша стрипня. Еще бы не понравилась. Иначе... Иначе жертва. Иначе жертвоприношение. Угу. Так, это получается... вот 4 епископа, и потом... Идем, видать, прямо к тому, кто ждет, когда его освободят. Как у них получилось его в плен-то взять? Так, чаще. Мы можем пойти в любое... Ага, требуется 8 последователей, значит, не в любое место. Сюда 6, а сюда, наверное, больше всего. Да.
Оно просто и выглядит самым жутким. И это еще пауки, мерзости. Что это? Здесь была пролита кровь бога. Черная? Здесь смерти больше не желает. Смерть больше не желает ждать. Не заставил. Несмотря на то, что мы сами были принесены в жертву, мы будем заниматься тем же самым потом в итоге. Ну потому что наш бог должен получать новую кровь. Отправимся в земли. Поехали. Блин, я вот сейчас сижу и думаю, что я знаю, что с демка маленькая, но закончится в самый неприятный, точнее в самый интересный и приятный момент. Так, о, стилизовано, просто мое почтение, очень круто. Мы можем взять либо вампирический топор, либо пылающий выстрел. Выпускаем огненный снаряд, проходящий сквозь врагов. А это хороший урон, который придает владельцу жизненную силу врага. При этом мы будем еще... Давай вот это. Довольно медленное оружие, но зато мы будем, по идее, с помощью него как-то лечиться. А мы можем и это взять. О, какая красота! Усердие представляет собой силу справедливого гнева, который накапливается по мере сражения с безбожниками и позволяет накладывать проклятия. Чтобы накапливать усердие, убивайте врагов и собирайте сферы. Понятно, хорошо, пока что не будем его тратить. Этими землями правит епископ Леший, те, кто нарушает законы древней веры, будут стерты в пыль. Мир сейчас будет жить по новым законам. Так, не то. Как это... как этот топор работает? Я пока не вижу, чтобы он как-то жизненную силу высасывал. Так, у нас по-прежнему нету карты, да, чтобы просто хотя бы немножко ориентироваться. Ну ладно, я думаю, что нам она сейчас не пригодится. Ау, карты Таро, клонок. Славься, Агнец, тебе дарована великая сила, чтобы освободить... Фу, блин, чтобы освободить того, кто ждет в небытии. Так сказали мне карты. Много столетий тому назад, а может, это еще не совершилось? Я испокон веков раскладывал твои карты, и все же сейчас это случится впервые. Возьмите карты, при каждой встрече я буду вытаскивать еще одну. Вытащенные мною карты дадут тебе силу. Какую? Знакомую и неожиданную. Одновременно карты выберут сами. Так, влюбленные. Предложенные сердца равносильно клятве верности. Предложение сердца. Меня немножко... Ой, немножко сбиваюсь в чтении, потому что я уже очень много демок, на самом деле, пересмотрел за этот фестиваль и все это за день. Трудно. Везение и мягкость. Можете найти более ценные награды в сундуках. Прикольно. А это дает нам одно дополнительное сердечко, я так понимаю, которое ломается. Давай, наверное, вот... Это. Судьба сказала свое слово, кто к ней прислушается? А это что такое? Это и есть карты Таро. Прикольно, мне очень понравилось, как они преподнесли то, что способности знакомые, но при этом неожиданные. То есть неожиданные, потому что мы не знаем, что получим, а знакомые, потому что мы их уже встречали. Возможно, будем встречать, в принципе, по прохождению этой игры, естественно, и... в подобных аналогичных рогаликах. Это мы, по сути, можем просто посмотреть, какие существуют карты. И какие мы собрали. То есть нам будут выпадать именно из тех, которые мы соберем, да? Из колоды. Спорить с картами все равно, что спорить с океаном. Собираем колоду, и у нас больше шанс того, что выпадет что-то еще. Аккуратно. А вот это очень мощная штука. Я пока не совсем понимаю, конечно, почему топор не работает. Карта, кстати, вот есть справа вверху, появилась только что. Не работает вампиризм. Возможно, просто он работает не так, как я предполагал.
Может быть, он знаешь, что делает? Он высасывает, наверное, не здоровье. Он помогает... Хорошо, у меня так уже 13. Он помогает просто накопить вот эту ярость. Наверное, он именно для этого нужен. Ага! Ранец! Возможно, я пожалею, что взял... взял мне... сердечко. Что происходит? Леший! Что же это? Тебе предали топору, как и всех твоих сородичей, и все же ты стоишь сейчас передо мной. Корона, его сила, неужели? Неважно, я все равно сильнее. Беги, пока не поздно, маленький ягненок. Присоединяйся к моему культу, леший, и тогда, возможно, я тебя пощажу. Но мы, конечно же, никому не скажем, что нет. Что он просто будет предан алтарю. Ожерелье природы. Природная красота видна даже в щепке. Украшение, помогающее последователям собирать больше материалов. Круто! Очень круто. Больше материалов нам подойдет. Это ожерелье, его нужно как-то применить где-то. Или оно будет просто надето на нас? Просьбы. Ого. Это когда мы отправляемся в путешествие, от наших последователей исходят какие-то просьбы. Прикольно убить последователя по имени Амдусяс. Ага. А мы же можем, по ходу дела, тоже собирать какие-то ингредиенты. Вот, допустим... Да, смотри. Трава собирается, я так понимаю, и дерево можно таким образом собирать. Камень, прикольно. Помогать последователям собирать. Ого. Так, это что такое? Это... Там камень, там можно поменять монетки на еду, я так посмотрю. Здесь можно просто собрать еду. Как интересно. Давай пойдем сюда. Ага. Камень, золото, супер. Из чего бы можно было бы построить наш памятник, интересно? Может, какой-нибудь материал такой... А, что, вот так все просто? Это мы пришли, просто собрали... А, понятно. Я просто думал, что мы будем походу... По ходу прохождения локации будем собирать материал. Это был, по сути, хаб. Так, это для накопления ярости. Я надеюсь, что к лешему мы все-таки немножко подлечимся, успеем. Осторожно. Но мы все-таки какую-то выбили... Мы все-таки какую-то выбили часть сердечка из кого-то. Есть смысл использовать почаще выстрел, потому что из них выпадает, хотел сказать, часто. С каждого врага выпадает... Это ярость, накопление ярости, но накапливается она очень долго. Поэтому, может быть, и не стоит тратить ее направо и налево. Оп. Хорошо. Так, это что такое? Рыбку мы какую-то нашли еще, помимо прочего, да? Пискарь, таким уловом хвастаться не стоит. Но мы не будем, мы просто сморганим из этого какой-нибудь... Суп с опилками пусть хавают. Главное сейчас случайно к боссу не влететь. На эмоциях. Ах ты, зараза. Очень медленный топор. Можно, кстати, как-то, может быть, поменять на другое оружие? Нет? А, вот, допустим... Не-а. Нельзя. То есть я взял его вместо меча. Хорошо, допустим. Смотри, он, кстати, ми... он становится немножко... Ух-ё. Становится побитый немножко.
Оружие способно нанести критический удар. Оно медленное, блин, оружие, которое отравляет врагов. Подожди. Это все, конечно, очень здорово. Но мы еще не все осмотрели. Плюс еще камень можно собрать, наверное. О, я слышу, как тусует колоду рука судьбы. Так, сердечко, наносим урон всему на поле боя при получении урона. Нет, сейчас нам как раз нужно чуть-чуть больше сердечек. Так, и к сожалению... Больше мы от него ничего не получим. Хорошо. Ну, я надеюсь, нам этого хватит. Это получается у нас на 3 удара по... Нет, не на 3, на 2. Должно хватить так оружия, которое отравляет врагов. Давай все-таки, наверное, возьмем топор. Я уже привык немножко к его скорости. А так еще и будет критический урон. Кстати, обратили внимание, да, у нас на этой локации был модификатор, модификатор на сундуки, я обратил внимание. То есть он, сундуки у нас были наполнены едой вместо ресурсов, вместо монет. Вы дадите мне шанс подлечиться или вы дадите мне шанс подохнуть? Даже не дойдя до босса. Это был крит, походу. Смотри, какие они, блин, ждут, когда к ним подойдут. Можно их... О, отлично. Значит, все-таки дадут нам шанс. Главное его не профукать. О, старых богов есть все-таки. Еще последователи, но... Мы постараемся их переманить. Если же нет, мы поставим их на колени. Или заставим перейти на нашу сторону силой. Ух ты, так, вампирический меч. Предыдущий топор тоже был вампирический, но что-то не сработало. Оружие, которое предотвращает жизненную силу врага. Ну, предыдущий топор тоже такой был. Обрасываем врага, нанося урон, божественный взрыв. Это я могу взять и то, или как? А давай возьмем, попробуем. Нет, только одно что-то. Зато можно нанести сразу два удара очень быстро. 1,6, это получается 3,2 урона, правильно? А здесь было 2,8. Короче, я, скорее всего, больше склоняюсь к скоростному оружию. И можно нанести чуть больше урона за меньший промежуток времени. Тихо, аккуратно. Хотя, если бы топор ваншотал, было бы неплохо. Ага, это что такое? Это уже... Это прям клешу, нет? Пойдем пока направо. Может быть, предполагалось, что... Слушай, давай попробуем все-таки. О, можно переработать в монетку. Прикольно. Не будем пробовать, хотел... Хотел все-таки топором поорудовать. Еще одно существо вырвалось из когтей хаоса, что царит в этих лесах. Предстань передо мной и позволь поприветствовать тебя. Твой облик обманчив. В твоем невидном взгляде сквозит тысячелетняя усталость. Я чувствую огромную силу, которая от тебя исходит. Мое оружие — ничто без руки, что подняла бы его. Без длани, что карает еретиков, защищает слабых и разбивает цепи. Здесь твоя корона может принять облик одного из моих железных творений, выкованных в неугасимом огне. Пусть они помогут тебе исполнить пророчество. Когда слово не находит отклика, остается лишь взяться за оружие. Огонь в моем горне вспыхнул с первым рассветом и погаснет лишь с последним закатом. Мое оружие выковано в неугасном пламени и заточено на окровавленном камне. У тебя есть паства, у меня оружие. Каждый находит утешение в чем может. Я часто разговариваю со своим оружием, но спорить с ним не решаюсь. Как... Понятно.
Не затыкается! Так призываете множество жадных щупалец. Меч завоевателя. Клинок с хорошим балансом. Круто! Так, которая отравляет врагов. Очень мощный урон, очень медленная. В принципе, если мы возьмем вот этот меч, мы будем бить быстро. И примерно... И также мощно, но этот будет еще накидывать яд, а этот ничего. 4 уровня, кстати говоря. Давай возьмем топор. О, да. Может быть, медленно, но яд. Яд. Яд сделает свое дело. Ну что, леший? А, это Амдусиас, похоже. Кто там цокает? Здесь твой путь завершается, кружка ягненок. Мои последователи готовы на все ради меня. А вот доверяешь ли ты своим? Моя жизнь принадлежит вам, великий епископ. Заклинаю тебя кровью великих, уничтожь алую корону. Амдусиас. Поставим его на колени и потом заставим служить нам. Вот такой вот план. Ах. Саша, а сердечко, которое только что я потерял. Его можно. Его нам восстановят, интересно? Склонись перед новым богом, Амдусиас. Пощады, я хочу присоединиться к тем, кто чтит культ ягненка. Интересно, а как знать, что ты не предашь? Вот как? Семя ягодного куста, камень дерева. Давай вот это возьмем, потому что семечки это... Воу, хорошо-то как. Семечки это очень хорошо. Из них можно... что-то вырастить, что-то новенькое. А дерево, тем более бревна и камни, мы сможем добыть и так. Леший! Твои последователи тебя предали. Ты следующий. Закрыто. Ладно. Я надеялся, что я до него доберусь уже сейчас. А, что, все серьезно? Черт, совсем коротенько. Я вот так и знал, что в итоге она будет закончена на самом интересном месте. Я только-только разогрелся. Короче, мне понравилась. Очень крутая игра. Для меня это... Вот лично для меня это будет рогалик года. Silk Song, который выйдет... когда-то выйдет, я думаю, в этом году, я надеюсь. Он будет для меня лучшим метроидом в этом году. А это будет лучшим рогаликом. Все. Я думаю, этим все сказано. Я надеюсь, что вы кайфанули, получили удовольствие, потому что я... Очень кайфанул. И увидимся в следующих демках, прохождениях и тому подобное. Все, всем пока. И присоединяйтесь к нашему культу в Дискорде и Телеграме, конечно же. Удачи!